Сегодня у нас 6 июля 2019 года. Вот решили пообедать уже. Каждый год мы собираемся перед крещением, когда люди приезжают, крещение принимают. Возле лагеря, бывшего лагеря стана. Здесь обедаем. Сейчас вот привезли обед на машине. Будем разгружаться. И обедать здесь. Гости будут также. Сюда прямо, 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 прямо. Какая яма? А, ну ладно. Просто из-за кастрюль. Просто, да, да. Он просто все прокинется сюда. Он нормально проходит всегда здесь. Нет, там это кастрюль полный. Он разольет, а здесь кост такой. Это для газели нормально, наверное. Для газели нормально, здесь он. Начинает косоротиться, дороги можно это. Раскилайте. Так, чей ли сапец? Володин, это Володин. Что тут за машина? Что, убрать нам? Нет, Сергей, вот сюда вы подъедете, все, нам вполне нормально. Дали всем на машину сидеть. Положи там, просто она лежит. А, ну я не знаю. Не мешайте никому. Это мое, мое дело. Не, он сказал на костер. На костер приехал. Да. А где мои пацаны? А где ребята? Какие? Тарас и Нестор, где они? Игорь сказал, отпросятся покупать. И он ему уважил, повел покупать. Понимаешь, какое дело? Нет, не понимаю. Обед не понимаю. Полезно, они с обеда покупаться. 4 часа, еще справа. 4 часа. Вот, наверное, будет перерыв. Подождите. Комарики делают небольшой массаж. Вот сюда, вот, сзади счастье. Вы можете поставить? Сзади попробую, если бугорков нету. Ничего нет, нету, нет, ничего. Вот здесь нету. Вот сюда, вот сюда, да, рядом. Вот так вот. Вот так вот. Так. Ой. Да, да, давай. Давай. Вот сюда ближе поставь. Ну да, плохо. Теперь вы расстелили, туда уже не зайдешь. Неправильно постелили. В середину никто не пойдет. Расстелите палатки в круговую, чтобы можно было подходить к ним. Давай, давай, смелее, смелее, круче разворачивай. Сними там палатку дальше. Расстелай, стоп. Да пускай едет, отстаньте вы уже от него. Галя, отойди, пожалуйста. Хорош. Куда отойти? Ну, из-под колес. Обнимаю вас, Виктор Андреевич. Ну, моя хорошая. Мне тебе жалко. Ой, ну хоть кто-то меня пожалел. Ага, да. У него нет этого. А тут, нет, он смотрит. Задний. Я вижу, он камера смотрит. Задний. Не камера задняя. Ну, если нет, он убежит. Да, я смотрю. Можете не увидеть. Нет, Да, это как ты слышала, обороты не держит машина. Смотри, как это, ну и все. Ну вот и ну. Бога все вымерено. Да. Ну, тормоз у меня всегда. На Бога надейся, но сам не плашай. Тормоз на ноге. Согласна. Главное, чтобы водитель держал. Ваша взяла, да? И не искушай Господа Бога твоего. Че? Я сойду.
стоит. Давай перешишь, либо да, либо нет. Человек на велосипеде. Бегом. Чтобы по деревенским проехал. И пусть хороший оденет. Бегом. Толпу. Кто это сделает? Давай. Начиная с Устиного края, каждый дом. Скажи, обед накрытый, приходите сюда. А вечером после богослужения будет костер. У нас столов нет, ложки в руки, наверное. Сережа, только не топтать. Если ехать, то ехать. Ты какого оборачиваешься-то? Я на каком велосипеде? Да на моем садись, садись давай. Любой бери. Только это, на пятое не езди. А, может вокруг обгасить, комаров поменьше. Нет, не надо, это уже нельзя. Мы все сделали как надо. Я буду это, разрешите трансляцию провести. Что это будет делать? Трансляцию. Это твое дело. На людей. Ну, когда ты в такой ложись и проще, зачем мне такой транслятор нужен? Все, я отошел. А что это такое? Отошел, ну, то есть... Я говорю, что-то, а что это у тебя было? У меня? Нет, никак. Плохо было. Хреново, как сказать. Понимаешь, что ты лукавишь. Назови, что у тебя за болезнь. Я не знаю, на эти грязные вот палатки, ложки, кладки. Ну почему ты ложишься? Ты тут женщины молодые едут, и перед ними лежишь, я болею. Как мне стыдно-то, я говорю. Ложками ты же должен стыдиться этого. Как это тебя? Как она называется? Я не знаю, как называется, я знаю, что так не делается. Я понял, я услышал, я отошел, все. Не отошел, ты стал раком и стоишь тут. Я не люблю этого. Ты беду не подать, даже руку оторвала. А если тебя уже, ты уже не можешь тебя... Поэтому сиди дома, не волочь. Зачем тебе это нужно? Пишешь. Думаешь, рубль дадут? Все нормально. Вы все равно туда. Не надо. Я больной, у меня трое детей. Трое детей, ДСП, то другое. Раз нашли, студент третьего курса мединститута, спортсмен. У него трое детей, она мать, она парализованная, все. Ну, люди играют этим. А люди посылают, не разбираясь. А решили проверить. И оказалось, студент третьего курса мединститута. Он пишет, ему присылают. А другой, я освободился, мне трудно, я жить не знаю, где хоть иди убивай, но чтобы не убивал, ему посылают деньги. Плохо все это. Я рассказываю случаи, которые не видел, но они достоверные. Прислали врача, медицина. Просто закрывай, чтобы зуба не было видно. Афганистан. Советский представитель сидит здесь. Мужчина, что? Ранение в плечо. Показал, рана гноится там с червями. Только зашел и обратно выходит. Говорит, а почему вышел? Пикник у нас. Там женщина. Какая женщина? Это доктор. Доктор, да она же женщина. Она будет у меня ковырять, а у меня лицо исказится от боли. Она что обо мне подумает? Вот это я понимаю, аксакал жидит. Подумает только, он уже не пошел. Ждет мужчину доктора после обеда. А у нас нужды никакой нет. Перед женщиной раскорящился. Фу! Срамота одна. Мы когда судились, а он бывший летчик. Он на нас сунулся, а теперь мы ему сдачи дали. Ничего не подтвердилось-то. И он начинает, там, как он называет, госпожа судья, или как называют ее. Вот такой Лапкин мне звонил, угрожал. Я летчик, у меня здоровье отличное, а сейчас у меня, вот эти дни уже вторую группу могут дать, а женщина судья молодая. Мне слово дали. Я говорю, как вам не стыдно, Лавриненко? Летчик. Молодая судья, красивая женщина, перед ней. Два раза тебе позвонили, а я тебе ни разу не звонил. Виктор Андреевич позвонил один раз. Сказал, отстаньте от нас. Он кинулся, создал здесь ролик, в лагере-то. А проглотить-то не может, кость-то застряла. Ну и суд-то начал трепать их, а судью нельзя было применить иного. Бог дал хорошего, и она их всех расколотила. Оплатить нам и опровержение дать в ГТРК. И все было сделано. Не надо никогда руки складывать. Мы переможем, Ваня. Мы сильные. Да. Кто это сказал? Андрей Соколов. В книге «Судьба человека». Угу. Михаил Александрович Шолохова. Слыхал такого? Он остался один, семья погибла. И Ванюшка где-то там в сельском совете болтается. И он его увидел и кричит: «Ванюшка, сыночек, иди сюда!» Не, он не так сказал. «Ванюшка, а ты знаешь, кто я?» «Да, знаешь, кто я?» Он бросил: «Папка, я узнал тебя!» И они сразу сроднились. Два сиротинки. Да. А тот шофер бы раскрывать, а жену убила.
уже рядом Победа, снайпер убил его сына, отличника, офицера, капитана. Он бы мог вообще руки опустить. Алексей Моресев, две ноги оторваны. Опять сел за самолет. Я еще сбил самолет один немецкий. А у нас только две ноги нет, и еще кроме как подайте милостыню в ресторане. Нет, не сдувай. Мы не такие, как должны быть. Любим стонать. Вот он и едет. Вот потихоньку. Потихонечку. Потихоньку, потихоньку. Вот так. Все. Галина, твои рыцари. Давайте, вылазь. Так. Вылазь. Давай, мы так. Иди, я тебе покажу. Иди сюда. Дядя Вова. Галина Александровна, вот твои стражники. Помогайте. Поборов нету. В кавычках. Если не обращать внимания. Да. А то комарики тут кусают. А ты можешь лопушу оторвать. Комарики. А лопушу хороший, да. Смотри какой, вот так вот. Захотелось на дороге. Там-то тихо, мир. Да. А кому не хотелось? Ну для вас. Мы тут уже были. Были уже? Смотрите, как мы сделали. А мы не тут, мы вон в яме там были, где коптер. А, ну где коптер там, да. Вот смотрите. Вот этот крест вот стоит, вот. Ну. Это для моления туда уходили, чтобы дул ветер. А вон второй крест далеко стоит. Это костер, где мы будем вечером сегодня. Приготовьте песню петь. Ты можешь показать, что хоть одну песню спеть? Нет. Костер вот там? Казах. Вон там. Как кто? Я скажу, я христианка. Я казах. Я язычница. Вот ревностная какая. Ой-ой-ой. Вот это да. Казах это все, что японец сказал бы. Я не японец, я христианин. Самолет люби, летит СССР, Москва. Паровоз бежит, черный дым, труба. О, если бы вы знали, о чем поется, вы бы все плакали. Черный дым, труба, да. Ну, хорошо, лопуха. Это вот сейчас мы их спросили, да? А ты в машине нарушили. А вот ветерок поднимает. А что я встала, меня никто не видит. Давай я повыше встану. Слушай, ты вот там стой, я тебе буду поднимать. Побежали, все. Всю траву уничтожили. Как-то мы могли бы дальше. Комаров бы вообще может не было. Но где-то они. Посчитай, пожалуйста. Наталья, посчитай, будь любезна. Ничего, это мы стоя вас. Я не пойму, почему вначале кружки-то, а почему не суп. А природа как бог? Классно ловишь. Видишь, зеленые не так выглядит. Так, вы если там уже поставили кружки, давай оттуда. Вот здесь, потому что открытое пространство. Да, да, да. Чашки-то еще надо. В руки хорошо. Гинотехник. Да, вы все садитесь, обходите. Мы вам руки будем. Печет голову. Да, садитесь. Как поливаешь? Башмак тут достанешь, ладно. Курашки никуда. Зачем будет сниматься, наверное, будет служение или еще что-то. Костер, наверное, будет сниматься, да? Служения нет уже. Костер, наверное, будет, да? Садитесь, а мы вам руки. Башмак вот, который в коробке был. А, ну, понял. Я вот тут буду, можно? Можно, вот, можно. А, это нет, мне неудобно. Нет, пожалуйста. Вот пенёк, пенёк. Сели, самолица не хотите? Молиться не хотите? Нет, мы место пока. Пока место не сидите. Смотрим место. Вас отсюда сбросят. Здесь Игнатий Тихонович. Да, да. Хорошо, мы нагрели. Вас с этой кафедры сбросят. Нагрели, да. Уже нагрели. Потому что тут начальник сидит. Ну, Игнатий Тихонович, молиться будем? Разрешает омолитвы. А молитвы против? Сейчас, подождите, позвонить надо. Да, кто там? Кто там верит? Добро тебе давай. Братья, вставайте, мы вам даем. Да, сразу давайте. Здесь надо молиться. Молиться надо. Сейчас мы будем молиться. Позвоните, будем молиться. А как там, ставь тогда около этого, вокруг ставь? Понятия не имею. Я тебе сказал, ставьте, я ставлю. А там же, там можно ставить еще, не падает? Как принимать это вокруг? Хороший. Массаж делают. Что делать? Сегодня на первое подготовить костер будем, да? Одежду.
Конечно, Нестор Андреевич. Как будет подготавливать? Ну, обыкновенно, как обычно мы делаем. Кого-то возьмете, да? Ну, конечно, тебя в первую очередь. Ну, я так и думал. Да, осторожно, не опрокинь. Радостный. Ну, помогай, не опрокинь. А то скажешь, там внутри-то трава. Понял. Она наклонит чашку. Понял. Все. Я буду предельно осторожен. Стойся вокруг, прям вокруг. На ту сторону, на эту. Ну что ж, будем ждать за столом. Давайте помолимся. А, давай. У нас впереди крест. Вон, смотрите, распятие какое. Вон. Вам видно, нет? Вот впереди высокий на шесте. Господи, слава тебе. Мы просим твоей милости благословения на принятие трапезы. Мы благодарим Тебя, что Ты лагерь наш хранил столько лет. И все, кто был здесь, Господи, да припомнят, как мы здесь находились, молились, славили Твое святое вечное имя. Ты защищал нас от нападающих на нас. Хвала Тебе. И в эти дни не покинь нас, прибудь с нами, исполни волю Твою святую. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Телефон! 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 Подожди, а где он у меня? Где-то в кармане или где? Все, перестал. Подожди. А где он у вас? Не там? Не в брюках? Я не знаю, где у меня телефон-то? Вот он где. Еще себе. Такой маханький, да? Падайте. Ива лежали. Виктор Андреевич, хлеб. Вот, и возлежали. Вы можете в фуражках быть, и фуражка, чтобы солнышко не поразило. Подожди, давай. О, хлебы несет. Приумножились у Тарасия хлебы. Вот сюда прям повыше. Берите. У нас хлеб не урожай. Вот он хлеб. Хлеб. Вот хлеб. Ну вот он, давай. Надо помогать. Ага. А все уже есть. Положи так, врача. Ложите, давайте сейчас вам. Ложечка, да? Хлебушка. Хлебушка, давайте. Еще. Берите хлеб. Берите еще. Дмитрий, хлеб. Хлеб берите. Это ложи. А, вот я вижу. Клопан еще там. Садись, мужчины, братья, кому счета? Сразу комар утонул. Ангела затрагивает. Володь, ты когда кушаешь, тебе достать? Не, надо ничего. А когда ты? Да я и так упитанный. С осенью. Сами возьмут, тогда передай туда дальше. У всех так есть, пока видишь есть. Тут правило отменяется, нет на кусочек. Отменяется. Чашку подносите к себе. Я несу. Лишние есть чашки. Лишние есть чашки. О, не горячие. Две лишние, нет, одна. Давай. Я видела, сколько мне еще нужно налить. Все. Я забрала. Давайте там мы будем готовить. Держите, Лена. 5-6. Даже Володе тоже надо есть, иначе он будет слабым. Да не что? Сможет разжечь костер. Я поем. Накормлю. Нате, вот у меня тут ложка есть. Катенька, сейчас я буду разжечь. Хотите стоя, хотите сидя, пикник делать, можете добровольно. Хлебушка, принесите сюда. На, Нестор, на нам сюда хлебушка принеси. Не надо, тут сестры пускай. Германия, это нет сюда комаров. Нестор, на вот получше чашка. Германия, хлеба есть? Сюда. Нет. Тихо, аккуратно. Наталья, с собой-то захвати для приплода. Принеси маленькую. Декларацию написали. Приедьте сразу, идите в капусту. Ешь давай. Сейчас. Тут есть пряники, мясо, пряники, пряники. Вот это богатство, разнопленники. Вот, сейчас. О, красота какая. Разнообразные пряники. Ну, давай, раздавай. Угу.
какой пряник будет? Такой, разный. На второй тушеный картофель с салатом. Реагируют адекватно, да? Вот у вас пацаны, мы все работаем, да? Кому добавку подходите. А зачем? Мы же есть с Тарасом. Так вот уже пошли, уже сами. Что-то вы долго ходите. Так он не показывают. Значит, что-то с пользой никакой нет. А ты смотри сам, где укол заканчивается. Вот так всегда, если бы вечеропку. Тут вот эта тревка мешает, чтобы нас обдувало. Нестор, ты взял узнать, он стоит на половине. Понимаешь же? Так что мне до конца снимать, да? До конца снимать? До конца, да. Нет, так. Второе. Зимой дождь прям холодно. Вам полную? Ну, поставь вот так, Варвара, Сергей. Галя, сегодня подвиг повторить, да? Салат небольшой. Да, да, ты знаешь, как нас выручил. Второе, а сейчас у меня и нога заболела. Спаси Христос. А у вас рыбки нету печеной с собой? Нет, Игорь. Месяц все уйдет. На ужин снимите, да. Понятно? Половину? Недавно так выплатил за первым, мы говорим, что это больше второго. 200 бас американских. А я сразу вспоминаю, это блюдо разделили. Это еще и блюдо, что у меня два сакуна тут в багрине. Это не кушает, да? Сири. Один по одному вот так прямо. Вот так. Это такое, все молодые. Только один только вот этот черный такой, он сильно как-то вот там. Держите. А другие так крепкие, все молодые, все 31. Да. Вот я в Сирии была, по-моему. Да, вы что? Я уже может, потом подвезет его. Закрывай, садись за стол. Ну, просто куда-то положи, чтобы тебе...